Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусную закуску из баклажанов. Как на праздничный стол, так и на каждый день очень вкусно. Нам понадобятся баклажаны, репчатый лук, зелень, болгарский перец, чеснок, уксус, соль и растительное масло. Баклажаны нарезаем произвольно, я порезала колечками. Нарезаю порционно, складываю в миску, присаливаю и нарезаю следующую порцию. Снова подсолю, добавлю растительное масло и оставляю на 20 минут. За это время один раз перемешаю. Лук нарезаю произвольно, кубиком. Если лук мелкий, красиво будет нарезать колечками. Измельчаем зелень, болгарский перец. Чеснок выдавливаем через пресс. Остается обжарить баклажаны. Обжариваем баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. Первым слоем в блюдо я выкладываю баклажаны. Сбрызгиваю уксусом или лимонным соком, можно заменить. И добавляю чеснок, болгарский перец, лук и зелень. И так прослаиваю до тех пор, пока не закончатся баклажаны. Можно дать настояться, а можно кушать сразу. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!